В борьбу за перерасчет пенсии решили вступить и госслужащие. С самого утра чиновники во главе с нардепами подали представление в Конституционный суд. Требуют признать крошечные выплаты госслужащим незаконными. Речь идет о чиновниках, которые вышли на заслуженный отдых в течение последних 3 лет. Как раз 3 года назад государство ограничило их право на перерасчет. Долги чиновникам власть обязана вернуть, заявил нардеп Сергей Каплин. Он отметил, что сегодняшнее заявление – только первый шаг. Документ подписали 51 нардеп и около 2000 чиновников. Мы вимагаємо перерахувати пенсии державним службовцам. Это 250 000 украинцев, интеллигентных, разумных. Это элита нашей страны, освещенных людей. И мы будем начинать, кроме відповідних позовів і відповідних звернень до Конституційного суду України, велику кампанію, загальнонаціональну кампанію боротьби за права цих людей.